Бабзин, простите. Вечно за тобой черти гонятся, Динка. Ну зачем опаздываю? Я колготки порвала. Иди на зачет без меня. Хорошо. Только я сейчас деньги сниму и колготки куплю. Жди меня. Все, давай. Все, давай, хорошо. Бабуль, ну что ты там копаешься? Ну я не знаю, не разберешься с этой электроникой. Давайте я вам помогу. Девушка, а вы вообще отойдите от меня. Ты посмотри, аферистка выискалась. Может, вам еще пин-код показать? Потом деньги с карточки пропадают. Между прочим, во всех газетах пишут об этом. Наконец. Девушка, на коленях малых. Пустите без очереди оплатить мобильник, пожалуйста. Что? Ага, сейчас. Самый умный, да? Не пускайте его. Буквально вопрос жизни и смерти. Разъединили самый важный разговор. Ну, пожалуйста, ну, вводите в положение. Ну, проходите. Спасибо вам. Ну, только баланс пополните. Спасибо вам, девушка. У вас тут... Ты что, издеваешься? Спасибо. Ну, платите уже, я тоже опаздываю. Алло, 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 подожди, подожди, деньги закончились у меня на телефоне. Ну? Девушка, вас подвезти? Что? Что это ваше любимое слово? Неожиданно. Вы же меня пропустили без очереди. Не могу я теперь вас оставить одну. Спасибо. Только я очень спешу, и мне далеко. Да не важно. У вас что, тоже день не задался? Ну да. Сергей. Диана. Садитесь. Ой, неудобно, правда, как-то. Что неудобно? Хотя, если на машине, то мне недалеко. Что? Я говорю, если на машине, то недалеко. Ну, а я про что говорю? Ну, поехали. Дин! Ну, давай быстрее! Да бегу уже, бегу. Тебя где носит? Да все. Вы последний, между прочим. Чего ты так вырядилась? Экзамен для меня всегда праздник. Так, без шуток. Фух, успели. Экзаменационный билет номер 7. Абсолютные относительные статистические величины. Статистика производительности труда. Хорошо, идите, готовьтесь. О боже, надеюсь, ты знаешь эту тему. Экзаменационный билет номер 3. Статистическая сводка и группировка. Понятия и сущность конъюнктуры рынка. Задачи и источники статистики конъюнктуры рынка. Угу. Готовьтесь. Спасибо. Я ни слова не понимаю. Ну какой дурак это все написал, а? Сейчас я узнаю. Кать, да ты не волнуйся. Там же все элементарно, мы все равно пересдадим. Да, и вправду. Все, хватит. Надоело грузиться. Кстати, ты не забыла, что мы с тобой через неделю идем на концерт Джастина Вибера? Ты даже не представляешь, с каким трудом мне достали билеты. Нам с тобой просто нереально повезло. Я, кстати, хочу одеть вот эту черную куртку. Мне папа привез из Лондона. Как тебе? А тебе давай оденем красную. Хочешь, я тебе одену красную?
Алло, Диана! Планета вызывает Диану, ты меня слушаешь? Да. Ну сколько? Можно мечтать о своем принце? Все, хватит. Катя, со мной такого никогда раньше не случалось. Да что ты говоришь? Почему он ко мне подошел? Ну, а почему бы ему к тебе не подойти? Ты посмотри, какая ты у нас красотка. Ножки что надо, вообще фигура. Муа. Поискать такую, знаешь? Где я, где он? Ой, сам подвез до института, сам предложил. Сам? Ты просто его не видел. Он какой-то, ну, не знаю, совершенно нереальный. У него что, три ноги? Ты знаешь, он такой, как будто бы из другого мира. Как будто бы на актера голливудского похож. Да? На Джонни Деппа, что ли? На Брэда Питта? Кто там еще есть-то? Ты знаешь, какая у него улыбка? Такая... Диана, ну честно, я тебя не понимаю. Ну, ну как можно? Ну как можно с первого взгляда влюбиться в непонятно кого? Ну, а если он тебе не позвонит? Вот не позвонит и все. И ты будешь сидеть и ждать, как дура. Пока, пока! И не забудь про концерт! Ага! Мам, привет! Катьке опять была. Студентка. Все времени у нее нет. И папаша где-то шляется. Заездили вы меня совсем, ну никакой помощи мам, от вас. Ну не кричи. Я в своем доме хочу и кричу. И на работе, и за бабкой старой хожу. Будто мне больше всех надо. Алло. Ой, бабуль, ты... А, мама. Мама на работе еще. Угу. А папа? Папа? Папа на пробежку пошел. Ну да, здоровьем решил заняться. А что, полезно. Ой, бабуль, давай, перезвоним попозже, давай. Принимайте отца. Давай. Переграли маленького. Отмечали. Садись, садись. Сидишь? Ой. Вроде не праздник. Обижаешь, мать, ну, получка. Всегда праздник. Ага. А вот еще тебе заначка! Вот тебе старый козел! Ну нет моих больше всех! Вставай. Так. Да, кстати, тебе тут звонили. Кто? Да мужик какой-то, Сергей. Мама, ну что ты молчишь? Что он сказал? А кто вообще этот Сергей? Знакомый. Я надеюсь, ты ничего там ему лишнего не наговорила? Ну я еще секретаршей у тебя не работала. Посудомойщицей работала, уборщицей тоже. Теперь я буду любезничать с твоими мужиками по телефону. Вообще-то я уже взрослая, могу встречаться с кем хочу. Ах, ты уже встречаешься? Ах, это так теперь называется, да? А если ты мне в подоле принесешь? Мне только этого тут не хватало еще. Сегодня Олечка, дайте вас поцелую. Да иди ты! На, беги, звони своему Сергею. Мамочка! Мамочка! Алло, Сергей? Алло? Да, привет, это Диана, помнишь меня? Эй, привет! Я тебе звонил, не мог дозвониться. Слушай, а мобильник у тебя разве нет? Мобильника, ну... Ну, он, в общем, потерялся. Нужно бы завести. А хочешь, в кино сходим? В кино? Ну да. Хочу. Друг, честно, еле достал билет. Не было уже ни одного. О,
Нифига себе тачка. А это мой Сережа. Да ладно, Сундукова! Не может быть! Да, чувствую, на концерт сегодня со мной кто-то не пойдет. Не. Окей. Тогда отпускаю тебя. Ну, давай. До завтра. Пока. Привет. Привет. Это тебе. Что это? Я хочу, чтобы ты всегда была со мной на связи. Ух ты, телефон. Спасибо. Заходи. Вау. Нравится? Угу. Проходи. Круто. А цветы для кого? Что значит для кого? Мама любит. Ой, кто это? Валечко! Познакомься. Только не царапаться. Ну, я уж точно не буду. Прошлая моя девушка хотела его в окно выкинуть. Посмотрим, как вы споетесь. А, значит, ты считаешь меня своей девушкой? А ты против? Нет. Валя. С утра приезжает из командировки. А она мне очень злая. Вице-президент банка. Я все поняла. Считаю, что меня здесь уже нет. Да это понятно для меня. Аппетитная моя. Сережа уже 2 недели не звонит. Что, думаешь, у него кто-то есть еще? Не знаю. Дин, ну позвони сама. Да я постоянно ему набираю, а он сбрасывает. Ну, значит, позвони с моего. Ну, надо же выяснить, в конце концов. Ну, Дин, ты ведешь себя как тряпка, а себя любить надо. Я тебя учу, учу, а толку никакого. Хочешь, я сама ему позвоню? Какой у него номер телефона? Ой, подожди. Мама. Алло, мам, ты? Угу. Что такое? Бабушка умерла. Я тебе отдала важный контракт. Я перед людьми за тебя поручилась, слышишь меня? Что ты думаешь себе? Теперь они приходят ко мне, конечно. Говорят, вы его рекомендовали, вы за него отвечаете. Что ты от меня хочешь, а? Я им доступно объяснил. Ну не укладывайся в сроки. Работа будет сделана позже. Ну плевать на твою позже. У людей контракт горит, ты не понимаешь? А чем ты так занят с утра до вечера? Пиво, футбол. Футбол, пиво. Уже сил моих нет. Если тебе твои клиенты важнее, чем сын, я могу уйти. Прежде чем куда-то уходить, нужно, чтобы было куда уйти. Посмотри на себя, взрослый мужик.
Ничего своим горбом не достиг в этой жизни. Уйти, уходи! Что ты смотришь на меня? Ты меня достала. Ответственность нужно брать, если не за кого-то, за себя хотя бы, за свои слова. Шестая степень банкротства. Алло, Дин, привет, слушай. Говорят, что при инсульте важно успеть сразу какие-то препараты вколоть. Тогда еще и шанс. Ей 89 лет было. Какой шанс? Мам, ну ты не убивайся так. Вы же с ней, ну, это, ну, не очень. Ну, чтоб ты понимала, любила меня бабуся. Квартиру мне отписала. Ни тебе, ни сыну своему родному. Мне, снохи. Зин, ну... Открой. Это Зоя. Привет. Привет. Девочка моя. Я вообще не ожидала тебя увидеть. Проходи. Знакомьтесь. Это папа. Это мама. Сереж, Катя, это Сережа. Катя моя лучшая подруга. Скорбим. Семенович. Стол, может, накроем, помянем мать мою. Огурчики. А этот твой оказался не так плох. Я же тебе говорила, он классный. Мы теперь с отцом к бабушке переедем. Другая жизнь у меня начнется. Я хоть и выдохну. А ты теперь у нас невеста видная со своей жилплощадью. Мам, ну какая невеста? Ты бы видела квартиру его матери. Он к другому привык. Куда мне? Ну, не хоромы, конечно, но отдельно. И дом скоро под снос. Ой. Диана. А. Слушай, можно я у тебя останусь ночевать? Я выпил, не хочу, чтобы меня мама пилила. М? Конечно. Основное время. Теперь серия после матчевых пенальти. И первыми удар наносят футболисты. Понятно. То есть он у тебя уже живет вовсю, да? Угу. А вот это... Это что? Да ладно. Пойдем. Ты чего? Пускай спит. Дин, ну ты в своем уме, а? Ну честно. Пойдем. Кать. Кошмар. Садись. Я счастлива. Чай будешь? Да. Понимаешь, я... Просто счастлива. Вы два моих самых любимых человека. Я хочу, чтобы вы подружились. О, нет уж, спасибо. Нафиг мне нужны такие друзья. И знаешь что, имей в виду, что я могу ему высказать в лицо все, что я о нем думаю. Ой, ну ладно, ну не обижайся. Ну хорошо. Хорошо, я попробую найти с ним общий язык. Но ничего не обещаю, ладно? Спасибо тебе, Кать. Кать.
Знаешь, мне очень нужна твоя помощь. Ну, очень красивое платье. Ты в нем, ну, я не знаю, ну, фея, принцесса. Оп. Хочешь честно? Я тебе даже к нему ревную. Кать, ну ты что? Ну, ужас. Да ладно, ты тоже еще встретишь. Угу, лет через 100. Слушайте, ну как влитое сидит. Угу. Правда? Да. Ну, без вариантов, надо брать. Ну да, только оно дорогое, жуть. Не знаю. Девушка, вы в этом платье будете самой красивой невестой. Ваш жених на руках будет носить, не то что на свадьбе, всю жизнь будет носить. Да уж, меня поносишь. А мы вам кредит сделаем, сразу всю сумму не надо будет платить, еще скидочку сделаем, так что берите, берите. У вас когда бракосочетание? Не знаю, мы не решили еще. Ну, вот, вот прекрасно, отлично. Вы пока определяете, то да сё. А платье-то у вас уже будет. Ой, и платье-то какое. Роскошно. Нет, надо брать. Ну что? Конечно, берем. Может, накидочка такая? Какая же ты красивая. Это моя мама, Елена Станиславовна. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Станиславовна. Очень приятно. Я тут жарю, парю. Ну, вы проходите, пожалуйста. Сережа, дай маме тапочки. Не стой, Сережа. А, ну да. Ну, проходите, пожалуйста. Да, спасибо. Ну вот, пирог. Ой, вы извините, я ничего не успеваю. Я ведь еще одну подработку взяла. Работа, конечно, не бог весть какая, но зато на учебу время остается. Так, а что вы сидите? Давайте я вам салатик положу, картошечку. Не суетись, Дин, не суетись. Мы не голодные, мы с Сережей в ресторане поужинали. В ресторане? Что же вы, как же, я же готовила. Ну, не обижайся. Акционеры что-то приезжали. Целый день без обеда. Мы на нервах все. Мне нравится, мы на нервах все. Если учесть, что ты даже не появился на презентации, то мы, конечно, на нервах. Мама, Сереж, хорош. Вот что мне там сидеть, высиживать? А может быть, вы огурчики попробуете? С удовольствием. Ой, спасибо. У меня родители сами их закатывали, прямо с грядки. Сережа, погоди. Ты же устал, ты с работы. Давай я сама. Так. Опа. За знакомство. Угу. Очень рада. И я. Ой, огурчики пахнут, правда, замечательно. Между первой и второй перерывчик небольшой. Дин, часто он здесь перерывчики небольшие устраивает? Да вы что? Сережа у меня знаете какой? Самый лучший. Что ты вот так просто уедешь, ничего не сказав? А что говорить? Ой, мам, ладно, а? Знаю я эти твои снисходительные улыбочки. Знаю я, о чем ты думаешь. И о чем же я думаю? Ну, то, что ты привыкла пахнуть Шанелью, а не котлетами. Что квартира клоповник. Что Диана простушка, пастушка. Привет. Привет. Что тебе непонятно, что я в ней нашел.
Если честно, мне непонятно, что она в тебе нашла. Я уж не знаю, по какой причине, но тебе, эгоисту, крупно повезло. Уж постарайся как-то свой шанс не упустить. Все, пока. Мам. Пока. Не понравилась я маме, да? Ты теперь уйдешь от меня? Иди ко мне. Давай назначим дату. Что? Что сидим? Работать сиди. Есть. Ты, у меня папа квартальный бонус получил. Так что сегодня гуляем. Надо и тебе расслабляться иногда с своим женишком. Я, кстати, его постоянно в спортзале вижу. Знаешь, он там пыхтит, как бобик над своим животом. Ну, честно признаться, фигура у него что надо. Да, Сережа за собой следит. Он и мне предлагал в спортзал ходить, но я еще одну подработку нашла. Деньги перед свадьбой нужны его. Так, стоп. А мамаша-банкирша вам что, не помогает? Ну... Могла бы. Но честно. Клубничка? Спасибо. Спасибо, Катя. Объелся. Хорошо у тебя. Не то, что у нас. А это чья вина? Подожди, Катя. У меня все еще будет. Да, уверяю тебя. А знаешь, что для этого нужно? Оказаться в нужном месте в нужное время. И собрать все финики сразу. Не по одному, а сразу все. А знаешь, что для этого нужно? Ну что? Уметь ждать. Ну ты бы ждал, ждал. А вот Диане, например, дал бы институт закончить. А потом уже свои финики можешь хоть оптом собирать. Но она в институт уже совсем не ходит. Диан, да ты оставь, я потом в посудомойку загружу. Ну зачем мне институт? Деньги только тратить. Вот ты когда закончишь институт, я уверен, добьешься очень многого. Знаешь почему? Потому что ты по натуре победитель. Это норма, я считаю. Так и должно быть. Ну. В жизни главное чего? Добиваться успеха, правильно? Но успех – это очень важно. Вот ты, Диан, ты о чем мечтаешь? Я? Угу. Ну, чтобы воду горячую дали. Запарилась уже в ледяной стирать. Диан, ну ты чего несешь? А я о чем говорил? Ну зачем ей учиться? Надо работать идти. Кстати, мама говорила, что она может тебе место в банке найти. Правда? Здравствуйте. Подскажите, я к Елене Станиславовне Сосновской. Девушка, пойдемте со мной, я вас провожу. Спасибо, извините.
Пойдем скорее нам туда. Паспорт взяла с собой? Сейчас пойдем в отдел кадров. Да. А справка есть о неоконченном высшем? Нет. Ну ладно, что делать? Будешь делать все, что скажут. Надо будет на ресепшене сидеть, звонки принимать. Угу. Печатать умеешь? Умею. Ну, значит, будешь печатать. Хорошо, значит, я буду секретарем. Хочешь, так это назови. Спасибо вам, я вас не позову, правда. Что ты выглядишь так, неважно, что-то случилось? Да нет, все хорошо. Ой. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Ты, Сереж, пить не давай, ладно? Сережа! Сереж, ты что ли? Напугал. Ты что так рано-то? У нас с работы сегодня раньше отпустили. Ты что, спал, что ли? Ну, а что, позвонить-то нельзя было, что ли? Не учили, что ли? А ты что, не один, что ли? Ой, Кать, привет. Привет. А у нас это на работе сегодня короткое замыкание. Да. Лен, прости. И я хотела тебе сказать, мы хотели тебе сказать, но просто все произошло так быстро и так сумбурно, и я... Катя, ведь мы же вместе платье купили. Сцену закати еще сейчас. А? Не буду. Я пойду. А куда ты пойдешь? Ты учти, я бегать за тобой не буду. Знаю. Сереж, ну ты чего несешь? Ты не видишь, что человек не в себе? Да фиг тебе. Ладно, извини. Последнее, на, держи. Да я вообще не курю. Что случилось-то?
парень изменил. Ну, это бывает. С лучшей подругой. И что теперь делать будешь? Не знаю. Я их ненавижу. Я всех ненавижу. Печально. Я тоже всех ненавижу. Будешь? Ой, мороз, мороз, не мороз меня, не мороз меня. Ну что, пришла в себя героиня нашего времени? Ой. Как я тут? Простите, я сейчас. Сергей мне позвонил. Сказал, что у тебя белая горячка. Что носишься по двору, крушишь все, что не попадя. А из-за чего он не сказал? Ну, он-то не сказал. Но к тому моменту, когда я приехала, все соседи, конечно, об этом уже знали. Стыдно как. Я ведь его опозорила. Он теперь меня не простит. Вот потрясающе. Этот козлик, мой сын, переспал с твоей лучшей подругой. Ты сидишь, переживаешь, как он будет выглядеть перед соседями. Ну, ты в своем уме, а? Он хороший. Наверное, я тоже виновата. Все ему позволяла. А надо было лупить, как Сидорову козу. Может, не вырос бы таким безответственным. Пей чай. На тебя была надежда. Нет, он и тут умудрился все испортить. Так, я сейчас поеду домой. Я поговорю с Сережей, я ему все объясню. Значит, никуда ты не поедешь. Во всяком случае, сегодня. Увидишь их вместе, опять тебя переклинит,
Бросишься на него, не дай бог. Я не могу этого допустить, я его мать. Ты не думай. Я тебе в обиду тоже не дам. Я в вечном ответе за тех, кого мой сын приручил. А я думала, я вам не понравилась. Да ты лучшее, что могло с ним произойти. Он и такое мечтать не мог. Дуреха, которая в рот ему смотрит, обожает, недостатков не видит. А у него знаешь, сколько недостатков? Выше крыши. Профессии нет, денег нет. Одни амбиции и гонор. Знаешь что? Поехали ко мне на дачу. Поехали. Отдохнешь, придешь в себя. А если честно, тебе вообще крупно повезло, что ты от него избавилась. Пусть Катька теперь с ним мучается. Хватит, давай, депрессовать. Ну-ка, где будешь помогать? Давай, 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 вставай. Вот, давай, листочки нижние обрывай. Я люблю его. Я ничего не могу изменить. В том-то и дело, что любишь. Значит, нужно научиться не любить. А для чего мне тогда жить? Что значит для чего? Жить нужно для себя. Не для мужчин, не для родителей. Для себя. В жизни есть масса прекрасных вещей, которые того стоят. Лучше, если станет совсем одиноко, ты родишь ребенка. Тоже для себя. Как я когда-то сделала. Только мой тебе совет. Постарайся родить девочку. Спасибо. О, смотри, какая красота!
какая решительность. Что, пришла меня побить? Елена Станиславовна, я решила. Я хочу иметь ребенка. Скажите, вы сможете мне помочь найти кандидатуру на роль отца моего ребенка? Я не хочу больше никого любить. Я хочу стать холодной и расчетливой стервой. Ну, в смысле, я не то хотела сказать. Я поняла. Молодец. Понимаешь, тебе нужно научиться по-другому относиться к мужчинам. Здорово, что ты умеешь так любить, что ты такая заботливая, но также можно себя потерять. Как ни странно, мужчинам нравится, когда их используют. Хорошо. Вы только скажите, с чего начать? А давай начнем с внешнего вида. Ой, Елена Станиславовна, все так дорого. Все нормально, не переживай, пойдем. Сейчас куплю тебе тут. Ух ты! Смотри, да? Давайте. Михайловна, ну хорош сплетничать. Здравствуйте. Ой! Ой, здравствуй, Дианочка, ты прямо вся сияешь, что в лотерею, что ли, выиграла? Ой, пока нет, но надеюсь, скоро обязательно выиграю. Ну, пусть тебе повезет. Спасибо. Слушай, ну ты выглядишь роскошно. Спасибо. Вся сияешь. Смотри, что я тебе приготовила. Что это? Не что это, а кто это? Потенциальные отцы твоего ребенка. Тщательно мной отобранные все клиенты моего банка. Смотри, вот этот. Красивый, богатый. Кстати, редкое сочетание. Нравится? Идем дальше. Смотри. Крупный бизнес в России, за рубежом. Неплохой. Мне нравится. Оставим его на крайний случай. Так, вот это мой фаворит. Спортсмен, красавец, богатый, хороший бизнес. Ну что, мне нравится? Ну, может быть, вот этот? Ничего такой, интересный. Вот этот? Владимир Томилин. Филолог, переводчик из профессорской семьи. Правда, отец ему оставил неплохое состояние, наследство. Елена Станиславовна, только деньги здесь ни при чем. Ни при чем. То есть этот? Да. Ну, пожалуйста, я все устрою. Здравствуйте, Владимир. Рада вас видеть. Здравствуйте, Елена Станиславовна. Давно вы нас не радовали своим присутствием. Ваши сотрудники так хорошо работают дистанционно, спасибо. Что... Думаю, у нас есть любопытное предложение для вас. Диана вам расскажет подробнее. Знакомьтесь. Владимир, Диана. Здравствуйте, Диана. Владимир. Проходите, я думаю, здесь будет удобно общаться. Это же мой клиент. Пойди перекури немножко. Ну, я не курю. Молодец, пойди перекури. Так вот, значит, как ты живешь-то. Владимир Томилин неплохо устроился. Что? Стоять, ждать меня. Филолог-велосипедист? Вперед! Вперед! И что теперь? А что теперь? Будем придерживаться строго намеченного плана. Ну, чего ты волнуешься-то? Родим эти ребенка. Еще какого? Команчи вышли на тропу войны. Mm-hmm.
тобой все в порядке? Че? Иди давай отсюда. Ты куда прешь? Ой! Ай! Ай! Да все нормально. Все хорошо? Да. Девушка, тихо. Аккуратно. Ой, здрасте. Неожиданная встреча. Что? Диана, правильно? Да. Диана, что же вы под колеса-то скачете? Так же убиться можно. Я? Так, что делать будем? Давайте, может, я позвоню кому-нибудь, чтобы вас забрали? Нет, некому звонить, сама дойду. Тихо. Так. Давайте вызываем скорую. Нет, не надо скорую. Хорошо, что делать мы будем? Оказывать первую помощь. Что еще? Извините, что бардак такой, я просто как-то не ожидал, гостей не ждал. Сейчас, так, здесь нету, ладно. Может, ризамоток у Рудикибус хотите? Что? Ну, валерьянка по-русски, нет? Зачем? Ой, извините, тоже бардак, сидеть, так, сейчас, вот здесь у меня, вспомнил, во, нашел. Так, отвали, любит нюхать чужую обувь. Ага. Вот. Сейчас тебе тоже тебе дадим перекись водорода. Я только не помню, как правильно, внутрь или вокруг. Да прям туда. Ага, хорошо. Ну, давайте. Осторожно. Мне бабушка в детстве так делала. Правда? Ага. Все хорошо? Спасибо. Так, щека, да? Отлично. Так, теперь нога. Значит так, смотрите, я сейчас буду трогать ногу. Вы мне будете говорить, больно или нет, хорошо? Здесь больно? Здесь больно? Здесь больно? Все хорошо, все нормально, просто у вас... Сустав выскочил, нужно было его вправить. Я в кино видел, как так делают. Вот попробовал. Смешно. Ну да, как вы? А? Все нормально. Просто больно немного. Ну, это пройдет, ничего страшного. Пока вам буду забинтовывать ногу, будет небольшая лекция о том, что теперь вы понимаете, что бегун – это опасность не только для себя, ну и для окружающих. Вообще-то это вы на меня наехали, а я просто пыталась заняться своим здоровьем. Давно вы им занимаетесь? Давно. А? Почти неделю. Не знаю. Все. Можем проверять. Ничего? Больно? Так, все, садитесь, я буду вызывать такси. Не надо. Давайте. Что? Спасибо, я сама вызову такси. А Диана, так... Ну, может, мы хотя бы кофе попьем? И... Странная женщина речь, да? Боже мой, ты давай как в следующий раз поаккуратней, без члена вредительства. Это пустяки. Зато Владимир теперь чувствует себя виноватым. Молодец, быстро все усвоила. Ну и что дальше? Что, через неделю, когда нога заживет, я напомню ему о себе.
Ты книгу-то прочла, которую я тебе дала? Заучила все наизусть. Сперва пусть почувствует себя виноватым, потом пусть привыкнет ко мне, а потом я заставлю его скучать. Молодец. Ну, проходи. Лиза, чай сделай нам. Давай, садись, рассказывай. Фу! Стоп! А я думаю, куда он рванул-то? Привет! Здрасте. Здрасте. Видите, как он рад вас видеть? Да. Я, собственно, тоже. Вы так исчезли. Парень лоб зажил, нога тоже. А мы волновались с ним, да, Рич? А то вы нам ни телефона, ни адреса, ничего не оставили. Вот, фу, не приставай к девушке, не приставай. Ну, вообще, я к чужим не очень, а тут как-то... Ничего, меня животные любят. Называется «Любовь с первого взгляда». Со второго, прошу прощения. Ну, я не знаю, как это объяснить, кроме как хорошим вкусом, да. Который достался, соответственно, от хорошего хозяина. Рич. Придется нас провожать до подъезда, а то он не уйдет. С удовольствием. Мне вообще лишь бы спортом не заниматься. Могу вас хоть до Тулы проводить. Потому что у вас неправильный подход к тренировкам. Да? Да. Да. Я, между прочим, для вас книгу приготовил такую. Спорт для начинающих называется. Книгу? Да. О спорте? Да. Вы что, хотите, чтобы я умерла? Вы мне лучше так, своими словами все перескажите. Нет проблем. Просто у вас мотивация неправильная. Пойдемте. По поводу мотивации. А если возвращаться к разминке, зачем она нужна? Давайте вспомним нашу с вами настольную книгу. Спорт для начинающих. Помимо того, что вы разминаете все мышцы, разогреваетесь, вы еще также делаете разминку капилляр. Иди! Так, 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 куда? Куда? Миленькая моя, ты сможешь. Я верю в тебя. Где воля к победе? За мной! Очевидно, я умру намного раньше, чем забеременею. Ник, идет вся. Еще разочек. Три. Простите. Простудилась, горло болит. Ричу тоже от меня передавай привет, я по нему соскучилась. Вот. Ну все, все, давай, мне надо идти горло полоскать. Давай, пока. Ну что, Рич, она по нам тоже скучает. Нет настроения сегодня бегать, да? Рич, пойдем домой. Пошли.
не волнуйся, я вам сейчас все покажу, расскажу. А вот ее стол рабочий. Странно, она только что здесь была. Леночка, ты не видела случайно Сундукова? Нет. А, вот и она, Сундукова, кстати. Сундукова, ты чего под столом лазаешь? Клиент пришел. Привет. Привет. А ты под столом от меня прячешься, да? Нет, я тут просто... А тебе чем-то помочь? Да, мне надо... сходить со мной поужинать. Презентую свой Владимир до Режиманды Семенов. Обалдеть. Значит, ты переводишь с 5 языков. Почти 6, но неважно. Да на самом деле это не так сложно. Просто у некоторых групп языков одинаковая лингвистическая конструкция. Поэтому, если ты, например, знаешь английский, то тебе совершенно не составит труда. Тебе со мной не интересно. Мне с тобой очень интересно. Просто... Нет, ну, сама я знаю только 3 языка. Русский письменный, русский устный и русский матерный. Почему ты перестала отвечать на мои звонки? Говори. Кто-то другой появился, да? Ты сейчас спрашиваешь, есть ли у меня кто-то другой, подразумевая на то, что ты у меня есть? Ну, вообще, лингвист здесь я, но, в принципе, именно это я и подразумеваю. Никого нет. И быть не может. Потому что... Извини, пожалуйста. Что это было? Что? Ну, твои губы сейчас поцеловали мои губы. Правда, что? Угу. И что? Фу. Я проверял одну теорию. Да? Да. Ну и как? Твоя теория нашла подтверждение? Ну, как сказать? В принципе, если говорить откровенно, может быть, поедем ко мне сейчас? Для чистоты эксперимента все проверим? Нет. Почему так категорично? Мне даже обидно как-то стало. Потому что у меня есть важное дело. Ночью? Ну да. Понятно. А в кино пойдешь со мной завтра? На последний сеанс, на последний ряд? Это, сударь, посмотрим на твое поведение. Я провожу? Нет. Я сама. Алло. Алло. Елена Станиславовна, здравствуйте. Мне надо с вами срочно поговорить. В общем, ты решилась. Ну да. Решилась наверняка. Только не знаю, может, он не захочет со мной. Ты что ерунду тут говоришь? Для мужчин нет более волшебных слов, чем... секс без обязательств. Ты, главное, дай ему понять, что для тебя это приключение, что тебе ни за какие ковришки не нужны серьезные отношения. Все будет нормально. Ну да. Такого больше не повторится.
Сейчас, сейчас. Ух ты. Вы? Я. Какими судьбами? У вас же там вроде какие-то срочные дела. Нет никаких дел. И? Роскошное платье. Дин. Привет. Привет. Позвольте. Спасибо. Все равно ничего не получается. Спасибо. Я уже не знаю, что делать. Ну, дорогая моя, не все так просто. Ты витамин пьешь? Да все я пью. Надо что-то еще придумать. Ну, ты так не паникуй. Давай я позвоню своему гинекологу, может, она что подскажет. Так, куда? Ужин через 5 минут. Давай, быстро туда. Мама в детстве не учила, нет? Не учила? Нельзя портить аппетит перед едой. Нет, не учила. У нас мама говорила, кто успел, тот и съел. Знаешь, такая удивительная штука. Какая? Мы знакомы совсем недавно, да? Вот, ну, у меня ощущение, что я тебя знаю 100 лет. Ты очень легкая. Не знаю, ты не лезешь в мою жизнь, не задаешь всяких дурацких вопросов. Не знаю, у меня никогда до тебя не было таких вот взаимоотношений. Вот, и я... Знаешь что? А мне никто никогда не готовил ужин. У тебя там, кстати, на кухне сейчас что-то подгорит. Точно. Может, пускай подгорит? Иди, беги, посмотри. Да. Елена Станиславовна, ну вы нашли, как-то звонить.
Я завтра уезжаю, поэтому послушай меня сейчас. Я поговорила с гинекологом. Она говорит, что близость чаще, чем раз в неделю, очень уменьшает шансы зачатия. Ты поняла меня? Ничего себе. Я тут стараюсь, как могу. Думала, чем больше, тем лучше. Значит, чтобы забеременеть, нужно снизить количество секса. Получается, что да. Ты чего? Ничего. Подожди. То есть ты пытаешься от меня забеременеть, а потом будешь требовать, чтобы я на тебе женился, да? Подожди. Не надо ко мне подходить. Не надо. Я думаю, откуда она взялась такая милая, такая простая? Бриллианты ее не интересуют. В рестораны ее не затащишь. Ну, мы же с тобой ходили. Да, мы с тобой ходили один раз. Я думал, господи, случилось чудо. Я встретил нормальную женщину, оказывается. Владимир. Не трогай меня. Не надо. Да я тебе все объясню. Что ты мне хочешь объяснить? Я уже все слышал. Иди отсюда. Выйдите, пожалуйста, из моей квартиры. Подожди. Я все-таки тебе сперва объясню. Мне от тебя вообще ничего не нужно. Мне просто нужен ребенок. То есть ты хочешь сказать, что ты бы забеременела от меня и просто ушла? Смеши меня. Тебе имя дашь такое, Диана. Богиня охота. Охотница за мужчинами. Что? Да ты посмотри на себя. Ты вообще себя со стороны видел? Да ты так боишься потерять свою свободу, что ты просто сгниешь здесь один в своей квартире, как крот. Я не понимаю, что же все мужики такие одинаковые? Тебе что, может быть, бумагу написать, что я ничего от тебя не хочу? Или тебе что, спермы своей жалко, что ли? Девушка, вы знаете, есть такой банк доноров. Вот там разливают бесплатно. Дуйте туда. Чего такие загадочные? Мы хотим услышать от тебя подробности. Желательно интимные. Девочки, мне и раньше-то рассказывать нечего было, а сейчас и подавно. Да ладно, нам что тебе, пытать что ли? Будто не о чем рассказывать. Стоит сейчас в холле банка. Держи. Почему я? Ты? Ну, потому что ты здоровый, спортивный, бегаешь, плаваешь. Это важно. И ты умный. И глаза у тебя красивые. Я бы хотела, чтобы у моего ребенка были такие же глаза, как у тебя. Ну, в общем, как коня на рынке меня выбирала. Ты состояние зубов-то учла? А, ну хотя, наверное, учла. Ты меня оскорблять пришел сегодня? Не, ни в коем случае. Я пришел... Ну, в общем, я подумал, наверное, зря мы с тобой вчера так, да? Да, зря. Зря. Да, еще я подумал по поводу ребенка.
Я понимаю, что это, конечно, в твои планы не входило, но... В общем, я тоже хочу ребенка. Ты? Я? Просто ты вчера мне так красочно расписала мое одинокое будущее, что я подумал, что ребенок не помешает. Хорошо. Только надо все детально обсудить. Да. Ты, кстати, уже... Я? Да. Нет. А, так может мы... Ты во сколько заканчиваешь? Скоро. А, ну тогда я буду тебя здесь ждать. Угу. Договорились. Договорились. Так, ну, в общем, что? Расходы по беременности беру на себя. Врачи, коляски, витамины, ну и прочее. Потому что ты же сейчас пока нормально работать не сможешь, правильно? Ну, почему? У меня есть некоторые накопления. Ну и оставь их себе. Я взамен требую, чтобы ты официально признал меня отцом ребенка. Я все узнал, там просто заявление в ЗАГС написать, все. Хорошо, я все подпишу. Только перестань так смотреть на меня. Хочешь, я тебе прямо сейчас все подпишу? И я хочу просто, чтобы ты понимал, что любви и тому подобных глупостей не может быть. В общем, ладно, с цифрами мы закончили. Займемся делом. Правильно? Опять? Ну, как ты хотела. Пошли. Я нас поздравляю. Что? Ну зачем это? Теперь нам это не нужно. Поздравляю, напарник. Теперь у нас будет малыш. Ну да. Ну что, что? Я, конечно, нервничал. А ты как думаешь? Сижу, думаю, что там, что тебе, что скажет. Ничего. Привет, Диан. Привет, Сережа. Сереж, ну я просила бутылочку принести. Привет, Диана. Привет, Катя. Как дела? Давно не виделись. Слушай, у нас все хорошо. Да? Я, кстати, Владимир. А. Да, знакомьтесь, Владимир, это Катя и Сережа. Очень приятно. Меня тоже. А кем вы ей приходите? Таксист? Или, может быть, коллега по работе? Простите, пожалуйста, а вы кто, чтобы такие вопросы задавать? Сереж, давай не скандалить, какая тебе разница, кто он? А, я понял. Это бывший твой, что ли? А, Сережа, все правильно. Да, я просто о вас много слышал. Я еще пока не муж, но надеюсь, скоро им стану. Собственно, как и счастливым отцом. Только что из консультации. Мы вас поздравляем, мы очень рады, да? Спасибо. Вы уж простите, мы торопимся, нас ждут. Пойдем, Сережа? До свидания. До свидания. А что ты не делаешь? Да пойдем, я сказала. Ну, а что ты стоишь? Чего стою? Я сказала, пойдем, значит, пойдем. Спасибо, что соврал. В смысле? Ну, что мечтаешь стать моим мужем и все такое. А, да ради бога, обращайся. А ты его до сих пор любишь, да? Я? Ну, да, этого бывшего. Ну, не знаю, нет. Не знаю. В любом случае, пускай думают, что у меня все хорошо. Действительно. Тем более, что я не врал. Что?
Алис в третьем ящичке. Сейчас буду. Давай. Жду. Здравствуйте. Здрасте. Хорошо выглядишь. Спасибо. Как дела? Хорошо. Я рада, что так все получилось. Какой-никакой, а все-таки отец. Да и деньги будут. Ну, дело не в деньгах. Просто так все получилось. Да я понимаю, ты так всем и говоришь, что ты тут ни при чем. Ирина Станиславовна, а у вас все нормально? Вы неважно выглядите. Вон была у родственничков. Катька это вообще с ума сошла. Чего ей надо-то, а? Уже он и работает, и с ребенком ей помогает, и сумки таскает, ей все мало. Ох, как переживает, что упустил тебя. Он не хотел с ней дела вообще никакого иметь. Она же сама его на себе женила. Так получилось, конечно, у него ни работы не было, тебя не было рядом, вот и... Ну, что было уже, Елена Станиславовна, я на него зла не держу. Он к тебе-то приходил. Ко мне? Я ведь сейчас у Владимира живу, и мы сюда заехали кое-какие вещи в роддом взять. Катя на развод подает. Пить начал Сережа очень сильно. Дин, ты, может, с ним поговори. Он тебя послушает. Ну, хоть встреться с ним, а если ты его хоть немножко еще любишь. Здрасте. Здрасте. Елена Станиславовна, какими судьбами? Да так. Удачи. Че это с ней? Че она хотела? Куда? Ой, Володя, я сегодня здесь останусь. Так, хватит ерунду говорить. Давай, я ужин приготовлю, ты отдохнешь нормально. И... Да нет, я просто хочу побыть одна перед родом. Что она тебе сказала? Ничего, все в порядке. Я тебе позвоню. Да, ключи возьми. Привет. Привет. Я с Катей развожусь. Слышала? Думал, что эта информация может как-то заинтересовать тебя. Каким-то образом. Чего ты такая колючая? Я же мириться пришел. Хочу, чтобы все было как раньше. Не бойся. Ребенка я усыновлю. Ну, если это твой, алименты будет платить. Значит, Катя тебя бросила, и ты решил ко мне податься. Думаешь, дура Диана все забыла и простила тебя. Да я тебе в ноги готова поклониться за то, что ты бросил меня тогда. О чем ты говоришь? Об этом, что ли, своем? Да. Он любит меня. Он заботится обо мне. Он любит моего ребенка. Он персиками меня кормит. Ты хорош себе цену набивать, а? Ты что думаешь, я ничего не знаю? Да тебя просто используют. Что? Да мне мать все рассказала про тебя. Я себе всю голову сломал, когда увидел тебя с этим на Лексусе. А
Оказывается, ты просто инкубатор для него. Во что ты превратила свою жизнь? Спишь с богатыми мужиками. Вот ты родишь, он тебя бросит. Вот увидишь. А я с тобой буду. Всегда. Уходи. Своему беги! Слышь, что ты устраиваешь-то? Иди домой. Иди. Я сейчас поднимусь, Диан. Дур, что ты приперся, а? Иди домой! А ты приперся сюда, идиот! А? Успокойся! Пусти, успокойся! Успокоился? Успокоился? Да. Точно? Точно? Да. Ой! Ой! Убиваюсь! Ой, ой. Что? Ой, отпусти ой, меня! Успокоился? Прекратите. Иди домой. Медленно. Что? Ой. Что с ребенком? Ай. Что случилось? Тихо, тихо, тихо. Тихо, что случилось? Ой, ничего. Хорошо? Да. Милой. Да отстань ты. Господи. А тебе важно, что со мной? Тебе ведь только ребенок нужен. Ребенок скоро родится. И ты сможешь бросить меня. Просто сейчас все хорошо. Уходи. Все просто хорошо. Уйди сейчас, Володя. Уйди. Все хорошо будет сейчас. Ой, мой хороший, господи. Маленький мой. Что мой маленький? Ну, спи, спи, к мамке. К мамке давай. Ой. В общем, квартиру я к вашему приезду отмою. Вот, завтра поеду за коляской, там одежда, ну, пеленка всякое такое. Ты хочешь, чтобы мы жили у тебя? Естественно, конечно, вы же моя семья. Вот. Сделаем из кабинета ему детскую. Потом, а пока с нами будет. Ну, он же должен, когда ночью просыпаться, видеть и маму, и папу. Ну, почему? Потому что я тебя люблю, дурочка. И ты это прекрасно понимаешь. Люблю. Очень-очень. О, нет, подожди,
Катя, Дина! Это моя! Диночка! Мы тебя поздравляем! Любим! Мы тебя любим! Дина! Кому? Дина! А это папа, что ли? Дина, это он! Ваш сервер! Дина, Дина! У тебя молоко есть? Есть! Дина, ты его корми!